Эстрада – это все-таки культурное явление, и в культурном поле она, конечно же, должна быть аполитичной по сути, по своей. Я говорю об эстраде, об эстрадной песне как таковой. Есть политическая песня, и мало того, раньше это было как бы очень строго определено, был конкурс политической песни. И никто не пытался в конкурс политической песни засунуть там любовную лирику или там рассказывать нам о чем-то другом, об автомобильных гонках. Но эстрада сама по себе должна быть, конечно, вне политики. Если кто-то хочет заниматься политикой, то для этого должны быть соответственные порталы, какие-то соответственные конкурсы, соответственные какие-то места, где этим можно заниматься. Конечно, часть какая-то эстрады может быть политизированной в ту или в другую сторону, но основная нет. И когда мне говорят, что сейчас нельзя остаться вне политики, можно. Я знаю, что процентов, наверное, 70-70, там, ну, больше половины эстрады вне политики. Пытается как бы угодить и нашим, и вашим. Подождем, что из этого получится. Если я, допустим, человек, который высказывает свое мнение и хочет, чтобы его однозначно понимали, выражая свои симпатии или антипатию, то многие не выражают, пытаясь как бы ко всем личикам, ко всем пузикам. Там кто-то ездит на гастроли, продолжает и на Украину, и в Донецк. Есть и такие люди, и спокойно их принимают, как бы к ним ни относились. Там или там, но они считают, что раз ты ничего не сказал, то имеешь право работать. Но их пытаются задействовать в этом. Все время пытаются притянуть к кому-то. Либо ты за наших, или за ваших. Ребята, я вообще-то за музыку, говорят некоторые из них. Я не о себе говорю. Я выражаю свое мнение. У меня есть определенные мысли по поводу того или другого события, или там, явления, или действия. Кто-то не выражает. Я не за ваших, не за наших, я сам по себе. Я за музыку, я за песню, я за счастье. Давайте, там такой, знаете, лозунг политический. Ребят, давайте жить дружно. Блин, это лозунг кота Леопольда. К мышам идет, а мыши ему в ответ хрясь по башке, значит, чем-то тяжелым. Так же и здесь получается. Если я пойду сейчас и скажу оппонентам, которым не нравится, которые меня сейчас заблокировали на Фейсбуке, скажу, ребята, давайте жить дружно, я тут же огребу в лоб. Понимаете? Поэтому я не могу к ним идти с этим лозунгом. Я иду к ним с другими лозунгами. Я им говорю, ребята, давайте сделаем то-то, то-то, то-то и попробуем разобраться в ситуации с точки зрения логики и так далее.